Привет, меня зовут Влад, и сегодня мы будем учить фингерфлип. Этот трюк мы поделим на три этапа. Первый этап – это вам надо научиться закручивать доску. Берем ее четырьмя пальцами. Три пальца здесь, большой палец здесь. Ставим доску в такое положение и учимся закручивать от себя в эту сторону. Второй этап. Мы будем прыгать двумя ногами на доску. Ставим в положение тейлстоп. Левой рукой беремся за ноуз. Правой ногой встаем на тейл. Левую ногу поднимаем, чтобы она была на весу. Держим баланс. И одновременно прыгаем вверх двумя ногами и флипуем доску от себя. Третий этап. Он самый сложный, потому что здесь надо будет понять, как выпрыгивать с корточек вверх. Ставим ноги в такое положение. Левая нога на середину доски, правая на тейл. Беремся рукой за ноуз и повторяем примерно то же движение, как во втором этапе. Выпрыгиваем двумя ногами и флипуем от себя. Теперь берем немного скорости и пробуем делать это на ходах. Все, это весь трюк.